Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Дорогі отці, браті і сестри, іноки і інокині, ми сьогодні празднуємо праздник у праздник і торжество торжеств Святого Христового Воскресіння. Поздравляю вас, уважаємі отці, з праздником Пасхи Божої Спасительної. Это тот день, когда просвещается всяческое небо и земля и преисподнее светом Христового воскресения. Это тот день, который ждало человечество все века, живя верой в искупление рода человеческого. Мы видим, как Христос приходит. Мы видим, как Он облекается в человеческую плоть для того, чтобы вознести на древо крестное первородный грех. Мы видим, как Он снисходит с плотью человеческую и божескую природою в ад для того, чтобы там разорить твердыни преисподней. Поэтому и ликует сегодня вся Вселенная, живя верой в воскресшего Господа. А великий Иоанн Златоуст говорит: где твоя, Аде, победа? Где твоя смерть и жало? Воскрес Христос, и ты уничтожен. Воскрес Христос, и ты побежден есть. Это самое главное, что теперь уже люди не наследие греха, не чада гнева, а чада Божие. И в этом заключается вся суть праздника Пасхи Божией Спасительной. Одни люди слышат и видят этот свет и идут к свету. Другие не идут. Все подвижники благочестия прошли путем тердистым, ведущую в светлую жизнь путем подвига Христа Спасителя нашего. Другие не идут этим путем. Это самое главное, чтобы уметь открыть путь к Господу. А Он открыт человеколюбцем Господом нашим Иисусом Христом. И мы видим, целые сонмы подвижников идут этим путем. Мученики, пророки, апостолы, мужи апостольские, Христа ради иродивые. И все они знают свет Христовой истины, все они знают свет, воссиявший от гроба. Этот свет 2000 лет уже воссияет Церковь Божию и созидает всех людей, которые идут путем подвига веры, надежды и любви. Желаем всем добра, мира, любви, тишины, спокойствия, чтобы Господь благословил нас радостью Пасхи Божией Спасительной, чтобы мы жили в мире своими братьями, чтобы мы были достойны звания христианского. Пусть дарит Господь нам эту радость. Поэтому поздравляю вас, мы желаем вам духовного утешения, духовной радости и спасения о Христе воскресшем Господе нашим, и мужа слава во веки веков. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе, дорогие братья и сестры! Продолжая пасхальную тему Его Высокопреосвященства митрополита Николаевского и Очаковского Петерима, мы предлагаем вам, наши добрые зрители, присоединиться к празднику праздников и торжеству торжеств, светлому Христовому воскресенью, и еще раз пережить эту дивную пасхальную ночь, которая начинается торжественным крестным ходом.
святей, единосущный, животворящий, нераздельный Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков. От лица Божия, по праведнице, да возвеселятся. Христовому воскресению приглашаются все, и постившиеся, и не постившиеся. И сейчас, дорогие друзья, вы были свидетелями того, как молился Владыка вместе со всеми людьми у закрытых дверей собора, которые символизировали камень у гроба Господнего. И вот он отвален. Двери собора широко распахнулись, и там начинается пасхальный канон, исполненный радости и торжества. Иисус воскресе! 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 Иисус воскресе!
Ощутить полноту веры и причастность к великой тайне воскресения Христова и помогает нам торжественная пасхальная ночь. Это великая тайна, которую умом понять невозможно, можно понять только душой. В соборе заканчивается торжественный пасхальный канон, и сейчас начинается пасхальная божественная литургия. Священники во главе с его высокопреосвященством митрополитом Николаевским и Очаковским Петеримом в красном облачении. Торжественная пасхальная литургия, на которую приглашаетесь и вы, наши добрые друзья. Христос воскресе из мертвых, смерти, смерть по правицу справедливого даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти, смерть по правицу справедливого даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти, смерть по правицу справедливого даровал. Слава вечней Богу и на земле мир Твоему заповедил. Слава вечней Богу и на земле мир Твоему заповедил. Господи, веснимую тысячу, стану я возле всякого. Имя сотворите, Господи, Владыка Господи, да поменяет вас Господь Бога Царства Своем всегда ныне Кришна и воды. Христос воскресе из мертвых.
Великое и главное чудо на земле совершилось. Христос воскрес. А подтверждением тому является схождение благодатного огня в Великую Субботу в храме гроба Господнего в Иерусалиме. И этот благодатный огонь растекается по всей земле. Встречаем его и мы, освещая свои души благодатным огнем. Друзья мои, присоединяемся к этому великому событию. Далекой Палестины этот благодатный огонь, который
дает нам радость, радость спасения. Представьте себе кувуклию, гроб Господень, где ходят арабы и говорят: наша вера правая, наша вера православная, наша вера Иисуса Христос победит всяческое, все твердыни ада. И поэтому мы и радуемся сегодня, радуемся Христову воскресенье. Христос воскресенье! Сей день его же сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. Заканчивается пасхальная ночь, скоро рассвет, свет Христовой веры, который просиял каждого человека, грядущего в мир. Христос воскресе, воистину воскресе!